На работу вахтовым методом требуются трактористы, бульдозеристы, а также водители. Возможно, трудоустройство на зимний период по временному договору. Звонить по телефону 8 922 652 60 91. В компанию «Профметалл» требуется машинист крана и начальник производственного цеха. Звонить по телефону 444-889. На автомойку «Статус» требуются автомойщики. Заработная плата 40% от выручки. Телефон 948-111. Требуется рубщик-обвальщик. Заработная плата от 40 тысяч рублей. Звонить по телефону 8 909 610 2803. Требуются сборщики окон ПВХ, желательно с опытом работы. Телефон 92 11 26. Требуются мойщики на автомойку. Телефон 43 73 73. Срочно требуются сотрудники для охраны объектов. Звонить по телефонам 68 82 65 или 8 922 628 3901. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 917 770. Требуются слесари-сантехники, дворники, а также машинист-погрузчика. Звонить по телефону 43 80 38. Требуется мойщик в автосалон. Телефон 8 912 847 24 72. Требуется водитель на автомобиль КАМАЗ, лесовоз. Звонить по телефону 20 76 70. Срочно требуются уборщицы, дворники, а также прессовщики. Звонить по телефону 8 961 914 50 71. Требуется дворник в автосалон. Телефон 43 73 73. В организацию требуются уборщицы. Заработная плата 20 тысяч рублей. Звонить по телефону 34 32 72. Видеоблокнот теперь и на общественном телевидении России. Ищешь работу? Включай телеканал ОТР. Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.